Гору Кайлаш называют обителью Шивы не потому, что он восседает на ее вершине, но потому, что все его знания заключены в этой горе. Ее истинная природа и то, какими способностями она наделена, просто неизмеримо. Я видел, как с людьми происходила невероятная трансформация, просто после посещения Кайлаша. Остаться прежним невозможно. Это вопрос времени или того, насколько вы открыты. Очень скоро это найдет проявление в вашей жизни.